Всем привет! Сегодня делаю первую в этом году вылазку за грибами. Сейчас 6 часов утра. Вчера шел дождь. Может, сегодня будут грибы. Приехал на велике. Вот такая у меня корзина. У нас называют коробка. В нашем грибном деле надо прийти раньше других грибников. Я вроде бы с этим справился. Вот красничок. Вот еще два. Эти места я знаю давно, я в прошлые года здесь брал. Сегодня что-то не густо. Вот первый белый, правда старый. Ножка более-менее нормальная. Комаров мало. Много зеленой ежевики. Поспеет в этом году, будет много. Можно будет насобирать. Нравится, когда грибы отваришь в морозилку, зимой пожаришь, как свежие. Оббегал я все места поблизости. Сейчас покажу, что насобирал. Мало совсем, как раз на суп. Можно сказать, сходил в разведку. Посмотрел, ежевика растет. Грибы просыпаются. Как говорится, надо идти на дальний кордон. Кому было интересно, ставьте лайк. Пишите комментарии, подписывайтесь. Всем пока!